Главное сражение Отечественной войны 1812 года, произошедшее при селе Бородино, во французской историографии называется «Битва на Москве-реке». Светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, приняв решение вступить в генеральную битву, исходил из нескольких факторов. Во-первых, он учитывал настроение армии, которая жаждала вступить с неприятелем в бой, а во-вторых, понимание того факта, что нельзя отдавать древнюю русскую столицу без сражения.